Стой! Наши законы, товарищи, это воля народа. Это требования, которые предъявляет государство к своим гражданам. Поэтому эти законы должны строго соблюдаться. Но тут нам без вашей помощи не обойтись. Можно вопрос? Да-да, пожалуйста. Я живу в поселке Аэропорт. Возле нашего гастронома ограбили кассира. Нашли преступников? К сожалению, пока не нашли. Правде сказать, то в жизни покоя немного. Сегодня тревога опять, и завтра, наверное, тревога. Люблю безмятежную землю в цвету, но чтобы она расцветала, тревог еще будет немало, и я остаюсь на опасном посту. Я занят, родная, прости, и лишних волнений не нужно, ведь кто-то обязан нести бессонную трудную службу. Кому-то придется шагнуть в темноту и в мирные дни атакуя, сам выбрал я долю такую, и вот остаюсь на опасном посту. Борьба между злом и добром, наверное, это не ново, а все ж в поединке таком за мною последнее слово. Я верю в добро и души красоту, и это упрямая вера, отваги и мужества мера, и я остаюсь на опасном посту. Сейчас еду. Я тебе кофе сварю. Спи, спи, я сам. Доброе утро. Ну что, поехали? Поехали. Что там у Катина? Преступники проникли в кассу торговой базы и утащили железный ящик с деньгами. Опять ящик? Да. Нашли его взорванным. В 8 километрах от базы. Остальное выясним на месте. Ясно. Товарищ подполковник, сирену включать? Нет уж, пожалуйста, никаких сигналов. Люди спят. Да, они же в уголовном розыске не работают. Конечно, не работают. И на скорой помощи они не работают, и в типографии. На хлебозаводе тоже не работают. Вот и он тоже в уголовном розыске не работает. По ночам не спим. А ведь в сущности трудимся, как все, занятые в сфере обслуживания. Заметно, что вы тоже не любите, когда вас ночью из теплой постели поднимают. Не люблю.
Запишите, пожалуйста. 24, 24 и 80. Сколько может весить такой ящик? Примерно 200 килограмм. 200 килограмм. Это ж какой надо обладать физической силой, чтобы утащить такую махину. Одному не справиться. Это я так думаю. Спасибо. Вот и Катин. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравствуйте, товарищ Катин. Здравствуйте, Иван Кузьмич. Здравствуйте. Что нового? Одного свидетеля нашел, Евгений Игнатьевич. Видел мотоцикл с коляской, номер КИП 6672. Мотоциклист был в маске. Ну, ночью за маску можно принять обыкновенные мотоциклетные очки. Необходимо тщательно осмотреть торговую базу. Пожалуйста, побыстрее. Действуем согласно инструкции. Вы бы инструкции соблюдали, когда у вас деньги из-под носа волокли. Эти ворота единственные? Есть еще запасные. Поста там нет. Вынесли через эти ворота. Каким образом? До ворот на руках. Здесь их ждал мотоцикл с коляской «Иж Юпитер-3». Эксперт установил по следу. Угу. Преступники, видимо, хорошо знали базу. Без наводчика не обошлось. Возможно, Рундук подсказал, товарищ майор. Кто? Рундук? Рундуков. Кличка у него такая, Рундук. Работает тут один. Ваш? Выбросил, когда за ним пришли, товарищ подполковник. Подбираете чужую вещь и шьете невиновному человеку. А потом баки вколачиваете. Никак не можешь отвыкнуть от блатного жаргона. Отвыкаю. Отвыкаешь. Только не так сразу. Я теперь честный человек. Где же ты 3 дня болтался, честный человек? Болел. Больничный лист есть? Ну, кто мне его даст? Врачи говорят, здоров. А у меня, может, душа болит. Откуда им знать? Просто ты прогульщик, Рундук. Интересно, с каких это пор уголовный розыск стал прогульщиками интересоваться? А мы всем интересуемся. Прогульщиками тоже. Значит так, работаете вы на базе полгода. За эти полгода вы прогуляли в общей сложности почти 2 месяца. Средний заработок 76 рублей. Так? Так. Где деньги на водку достаете? Может, в чужих квартирах? Сказал, кражами не занимаюсь. Вот что. На этот раз будем считать, что финка не ваша. Но еще раз попадетесь ножом, пойдете под суд. Запомнили? Завтра выйдете на работу. Выходит, вы меня отпускаете? Выходит так. Компанию свою брось, пока не поздно. Ага. Учтите, молчание ставит вас в невыгодное положение. Ничего сказать не могу. К этой истории я никакого отношения не имею. Допустим. Допустим, что к этой истории вы никакого отношения не имеете. Но ваш мотоцикл видели у прудов, где был обнаружен похищенный ящик. Вот и объясните, что вы там делали в ту ночь. Если ваши показания подтвердятся, расстанемся по-хорошему. А просто так не получится.
На 16-м километре вас пытался остановить автоинспектор. Вы не подчинились его приказу и скрылись на большой скорости. Я не мог остановиться. Почему? Почему вы не остановились? Со мной была женщина. Ну и что? Она замужем. Вы должны понять меня. Я боялся. Чего вы боялись? Боялся, что станут выяснять, кто она. Я люблю эту женщину. Я не могу причинять ей огорчений. Вы мне не верите? Надо непременно назвать ее фамилию и адрес. Нет, не надо. Надеюсь, вы сказали правду. До свидания. Подождите. Когда я проезжал через Милютинку, из лесу выскочил мотоциклист. Тоже на еже и тоже с коляской. Здоровый такой парень, покрупнее меня. В шлеме, в очках. Номер не заметили? Нет. Покрупнее вас, говорите? Да, такие фигуры запоминаются. Спасибо. Спасибо. Он мне чем-то понравился. Понравился? Понравился. Я бы все-таки допросил эту женщину, на всякий случай. На какой случай? На случай инспекторской проверки. Эх, майор, какой же вы все-таки... Кто? Формалист, вот вы кто. Шутите, Евгений Игнатьевич? Нет, этот парень не преступник. А вот мотоцикл, который он видел ночью, надо искать. И тогда серый волк страшно рассердился... И съел непослушного барашка. Папа, а если бы барашек был послушный, волк бы не съел его? Ну, конечно, не съел бы. Ни в коем случае не съел бы. Ну, а ты как ешь, как волк или как барашек? Я больше не хочу. Ну, тогда пойдем руки мыть. Папа, а наша мама опять на дежурстве? Да, наша мама опять на дежурстве. Все время вы на дежурстве. То ты, то мама. Ничего не поделаешь, сынок. Служба у нас такая. Боеготовность, номер? 1. Правильно. Ну, а что мы обещали маме? Что вовремя ляжем спать. Верно. Вовремя ляжем спать. Ну, пойдем. Есть хочу, умираю. А как же диета? Ты уже ужинал? Нет. Тебя ждал? Ты почему задержалась? Дорогу развезло, 3 часа добирались. Ну что там? Опять бытовое. Перепились, спустили в ход ножи. Наряд! Смирно! Приказываю заступить на охрану общественного порядка. Во время несения службы соблюдать социалистическую законность, высокую культуру, справедливость и вежливость в обращении с гражданами. Кругом! По машинам! Путь держите? На вокзал. В отпуск еду. А-а-а. Не скажете, где стоянка такси? За углом. А вы спасибо. Что, не здешний? Почему не здешний? Живу в Багумском переулке. Я от того спрашиваю, что стоянка здесь давно, а вы не знаете. Заработки не позволяют на такси ездить. Документы у вас есть? Есть.
Предъявите, пожалуйста. 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 Стой! Стой! Стрелять буду! Как самочувствие, товарищ Лапченко? Спасибо, товарищ комиссар. Ну, если вам не трудно, вы расскажите, что произошло ночью. Человек показался мне подозрительным. Увидев меня, пытался скрыться. Я догнал, потребовал документы. Он бросился на меня с ножом. Тогда я поступил по уставу, товарищ комиссар. Я предупредил. Он не остановился. Чувствую, сейчас упаду. Не упускать же его. Я выстрелил. Его задержали? Как вам сказать? Вы убили его. Убил? Не хотел я этого, товарищ комиссар. Я понимаю. Вы действовали правильно, сержант. Претензий к вам нет. Кто он? Его фамилия Сапожников. Трижды судим за кражи, грабежи. В чемоданах нес краденые вещи. Владелец вещей найден? Да, женщина с Багунского переулка. Она к сыну ночевать уходила. Валя, займись разработкой Сапожникова. Хорошо, Евгений Игнатьевич. Не исключено, что убитый преступник Сапожников – участник нападения на кассира в поселке Аэропорт. Не исключено. А если точнее? Узоры во многом совпадают с отпечатками пальцев на руле «Жигулей». Правда, они получились не совсем четкими. Каких «Жигулей»? Я говорю о машине, которую преступники тогда угнали и бросили. Ясно. Ну, спасибо. Пошли. Женя, ты не сможешь зайти за Сашей в садик? Я задержусь. Смогу. Если бы Сапожников был жив, мы бы спросили его, где он был тот вечер, что делал, но он убит. Человек не иголка. Сапожнику где-то жил, с кем-то общался. Надо поднять его дела. Выясните связи, прямые, косвенные, все. Ничем другим не занимайся. Панасюк Дмитрий Николаевич, вор. Несколько лет тому назад привлекался вместе с убитым Сапожниковым. В настоящее время отбывает срок в 10-й колонии строгого режима. Осужден Тираспольским нарсудом. За что? За карманную кражу. Хотя Панасюк никогда не был карманником. Значит, хобби. Когда осужден? До нападения на кассира в поселке Аэропорт? Нет. Примерно через месяц после нападения. Немедленно свяжись с колонией. Пусть выяснит, где находился Панасюк в тот вечер, когда напали на кассира. Кстати, кассиру и шоферу эти фотографии показывал? Показывал. Не опознали. Говорят, темно было, да и дождь лил. Плохо, плохо. Других свидетелей не нашлось. Пока нет. Ты, Паша? Я. Только разрешили прийти к тебе. В цеху зоопарка, конец месяца. Я подумал, ты уже не придешь. Заждался. Ну, а ты как? Хана мне, Паша. Придется загибаться под казенным одеялом. Кто там? Лешка? А ну, мотай отсюда. Мотай. Рано. Рано ты отходную запел. Думаю, обойдется. Думай за горами, а смерть за плечами. Забирают меня, Паша, в областную больницу. А зря. Все зря. Ради чего землю топтал? Ради водки? Ха. Так ее всю не выпьешь. А деньги, к чему они мне теперь? И
И раньше каким здоровым мужиком был. Быка мог повалить. А теперь вот лечить меня будут от разрыва сердца. Ты чего меня звал? Ты ведь скоро домой. Через несколько дней. Про кассира в аэропорту слышал? Мое дело. Не лепи Горбатого. Ни хрена ты, Паша, не знаешь. Мое это дело от начала до конца. У тебя же статья другая. Статья другая. В том-то и дело. Я тогда деньги спрятал в надежном месте, а сам в Тирасполь мотанулся. В Тирасполе нахально, на глазах у всех по-быстрому тиснул бумажник. Дали мне за это 3 года. Никому, конечно, в голову и не пришло искать меня по колониям, если бы не вот эта штука. Через 2 года был бы уже на воле. Устал я, Пашка. Устал. От этапов устал. От колоний. От жизни нашей проклятой. Завязывать хочу. Хочу жить, как люди все живут. Сказал тоже, как люди. Вот выйду на свободу, я им такую панихиду отгрохаю, долго Хлопова помнить будут. У меня с ними свои счеты. У меня мама. Мама на воле. В деревне живет. Ох, много я ей горя сделал. Ой, как много. Поклянись, что ей половину отдашь. Падла буду. Один кассир работал? Не, с подельником. Но он ни черта не знает, где я деньги спрятал. Нагнись поближе. Запомни. Дежурный старший сержант Крылов. Здравствуйте, Крылов. Капитан Катин у себя? В районе скоро будет. Просил вас подождать в его кабинете. Хорошо. Что это за паренек? С поезда сняли. Почему здесь, а не в детской комнате? Там лейтенант Афанасьева с его мамашей разговаривает. Здравствуй, путешественник. Здрасте. Тебя как зовут? Курбатов Денис. А я Миронов. Родители у тебя есть? Детей без родителей не бывает. Я с мамой живу. Куда ж ты бежал, Денис? Не бежал, а уехать хотел. Куда ж ты хотел уехать? Почему ты хотел уехать? Куришь? Вообще-то курю, да собираюсь бросать. Это правильно, надо бросать. А вы зря здесь курите. Афанасьева увидит, будет вам бенз. Что такое бенз? Да картинки станет показывать, морали читать. А какие картинки? Про легкие, как они от курения гниют, и в них дырки становятся. Дырки? Да, пожалуй, ты прав. Надо бросать курить. Надо. Пойду-ка послушаю про легкие. Здравствуйте, товарищ подполковник. Здравствуйте. Беседую с матерью доставленного несовершеннолетнего Курбатова. Ну, пожалуйста, продолжайте. Слушаю вас дальше. Так вот, должна вам официально заявить, я... Вы не представляете, какой это трудный ребенок, товарищ полковник. Подполковник. Извините, он весь в папашу. А кто его отец? Это был случайный роман. Кто не делает ошибок в молодости? Очень прошу вас, товарищ полковник. Подполковник. Ну да, прошу вас направить Дениса в колонию, где воспитывался сам товарищ Макаренко. Макаренко не воспитывался в колонии, а воспитывал. Я, собственно, не понимаю, почему вы хотите отправить своего сына в колонию. Потому что Денис трудный ребенок. А знаете, гражданка Курбатова, бывают не только трудные дети, но и трудные родители. В каком смысле? В том смысле, что им
Трудно воспитывать своих детей. Позвольте, почему трудно? Я готова оплачивать содержание Дениса в колонии. Для своего единственного ребенка мне ничего не жаль. Ну, я имел в виду другие трудности. Разрешите? Вы замужем? Формально нет. Впрочем, в моем возрасте смешно требовать, чтобы я шла в монастырь. У меня есть друг. Он не может оставить старую жену. Да я и не настаиваю. Важно чувство, а не штамп в паспорте, не так ли? Ну и как ваш друг относится к Денису? Идеально. Он тоже считает, что его нужно отправить в колонию. Обратитесь, пожалуйста, в штаб народной дружины. Да-да, в штаб народной дружины. Пожалуйста. Беседовал тут я с этой мамашей. Знаю ее. На комиссии райисполкома хотели лишить материнских прав. Потом пожалели. Напрасно. Паренька пожалеть надо, а не ее. Согласен. Здравствуйте, Петр Денисович. Здравия желаю, Игнатьевич. Здравствуйте. Да. Досадно получилось с Панасюком. Второй инфаркт. И как раз в тот день, когда пришла ваша телеграмма. С кем был связан Панасюк здесь, в колонии? Пожалуй, единственный, кто пользовался его доверием, был Хлопов. Но он отбыл срок на прошлой неделе. Хлопов. Хлопов Павел Данилович, 1928 года. Уроженец города Броды. Кличка Петух. При аресте оказал сопротивление. У нас он вел себя нормально. Документы выданы до Макеевки. Там у него родственники. Отбывал срок за хищение на железной дороге. Вторая судимость. Да. Все они клянутся, что это их последнее преступление, что они все осознали. Но для нас важны не слова, а поступки. Наивно, конечно, предполагать, что каждый осужденный, отбыв срок, станет другим. Но мы стараемся, работаем практически круглые сутки. Стремимся вернуть общество этих людей. Кое-чего добиваемся. Помните, как Белинский писал? Одно образование делает человека ученым. Другое – светским, третье – военным, четвертое – политиком. И только нравственное воспитание делает человека человеком. Трудно возразить. Белинский – это же авторитет. Да. Вот как раз нравственным воспитанием мы с вами занимаемся недостаточно. В чужую душу не влезешь. Петр Денисович. С кем еще был связан Панасюк, кроме Хлопова? Панасюк был человек скрытный, необщительный. Заключенные даже побаивались его. Кто? Что? Кто побаивался? Многие. Избил одного паренька. Кого? Алексея Демченко. Демченко? Вы его знаете? Да. Он, можно сказать, некоторым образом... мой крестник. Ну что ж, спасибо, Петр Денисович. Может, пообедаем? Адмиральский час прошел. Да. Я хотел бы поговорить с Демченко. Пожалуйста. Дневальный! Алексей Демченко из третьего отряда. Демченко Алексей. Здравствуй, Алеш. Проходи, садись. Садись. Ну, как ты здесь? Работаю, учусь. Почему брату не пишешь?
Не могу ему писать. Не имею права. Брат не место отца и матери был. Он для меня всем пожертвовал. Даже не женился из-за меня. Алёше апельсины, Алёше новые джинсы, Алёше то, Алёше это. А я хотел доказать, что я уже не маленький и не нуждаюсь в его заботах. Ну вот и доказал. Конченый я теперь уже человек. Конченый. Зачем меня суд пожалел? Почему мне вышку не дали? Ну вот что. Слезами не поможешь. А брату напиши обязательно. А поверит он, что я стал честным. Все от тебя зависит. Ты человек молодой. У тебя вся жизнь впереди. Вот только вопрос, какая жизнь? Честная, честная, слово даю. Вот увидите. Ну, дай-то Бог. Просьба есть? Нет. Можешь идти. Разрешите брату на свидание приехать. Напиши заявление. Поддержу. Пожелайте что-нибудь на прощание. Скорее вернуться тебе домой, Алёш. Окна в белый снег одеты, словно в белые манжеты. А дома торжественны, прямы и величавы, как родня невесты при венчании. Мерзли розы в целлофане, мы друг друга целовали. Вы знаете, кто я? Знаю. Начальник уголовного розыска, подполковник Миронов. Что, неверно? Да нет, верно. Только не думайте, Таранцев, что вы обо мне знаете больше, чем я о вас. Я этого не думаю. Боже, сохрани. Так вот, что я вам хотел сказать, Таранцев. Вы старший в этой компании, и вы для них авторитет. Ну, какой я авторитет? Авторитет. Не скромничайте. Кое-кто из них ходит с ножами. Сегодня для бравады, а завтра могут пустить в дело. Сегодня это просто компания длинноволосых парней и девушек. А завтра, возможно, преступники, которых придется судить и заключать в тюрьму. По закону вас нельзя будет привлечь к уголовной ответственности. Но вы должны понять, что общество предъявит вам свой счет. Вы разумный человек, Таранцев. Кошки-мышки играть с вами нет смысла. Я хочу попросить вас удержать этих ребят от беды. Вот и все. Я могу идти? Вы меня поняли? Я вас понял. Проверка мотоциклов из Юпитер-3, частных и государственных, ничего не дала. Все владельцы представили алиби. Все? Все. Тогда непонятно, Валя. Свидетель утверждает, что видел в ту ночь выехавший из леса мотоцикл с коляской. Мотоцикл? А не летучий голландец. А ты говоришь, что у всех алиби. Значит, существует еще какой-то Иж Юпитер-3, которого мы найти не можем. Не можем. Может быть, им-то и пользуются преступники. Я на всякий случай взял в ГАИ списки похищенных мотоциклов. Это ты хорошо сделал, Валя. Ну-ка, садись. Так. Сергеев Николай Матвеевич, мотоцикл Ява, угнан в апреле, найден в сентябре. Лавров В.А. Мотоцикл Иж Юпитер-3, угнан 22 мая, найден 23 мая в кювете на шоссе Квадрат 9. Быстро нашли, молодцы. Дальше. Так. Что такое? Опять Лавров? Да, товарищ полковник. Лавров В.А. Интересно. Мотоцикл Иж Юпитер-3 угнан 12 сентября, возвращен владельцу 15 сентября. Найден под железнодорожным мостом. Квадрат 17.
что ж, выходит, у этого Лаврова за полгода дважды был украден мотоцикл. Интересно. Разява должно быть. Возможно. Возможно, разява. Денежные ящики оба раза вывозили на мотоциклах из Юпитер-3. Трассологи это установили точно. А где этот Лавров был, когда волокли денежный ящик с торговой базы, не выясняли? Проверял, Евгений Игнатьевич. В командировке. В командировке. Вы думаете... Пока я ничего не думаю. Так. Ответ на Хлопова пришел? Документы ему были выданы на Макеевку. Но туда он не прибыл. Провел несколько дней в Днепродзержинске у случайной знакомой. Других сведений пока нет. Странно. Хлопов скрылся сразу после освобождения из колонии. Зачем? Значит, ему выгодно оставаться вне поля нашего зрения. Так, ну ладно. Ладно. Вот что. Срочно подготовь подробную справку о Лаврове. Что это за человек? Гражданин Лавров, здравия желаю. Здравствуйте. Я вот что хотел спросить у вас. Как у вас с мотоциклом? Не угоняли больше? Что вы, два раза достаточно. Я на него так долго деньги копил. Люблю мотоцикл. Простор, ветер в лицо. Не то, что в машине. Это верно. Простите, я на работу опаздываю. А вы секрет какой-нибудь поставили от угона, как я вам советовал? Поставил, да. Доброе утро, товарищи. Начнем оперативку. Прошу доклады начинать с сообщений о денежных ящиках. Остальное во вторую очередь. Октябрьский. Докладывает капитан Полищук. По денежным ящикам ничего. За истекшие сутки происшествий в районе не было. Спасибо. Нововасильевский. Майор Гребнев. По ящикам новостей нет. Евгений Игнатьевич. Сегодня ночью путем пролома в потолке из продовольственного магазина похитили около 1000 рублей. Весь вечерний остаток. Минутку. Первомайский. Первомайский, слышите меня? Так точно. Слушай, старший лейтенант Кулиев. А где капитан Катин? Капитан Катин ночью уехал в Петровское, еще не возвращался. Хорошо. Запишите, товарищ Кулиев. Найдите по учету Герасименко. Кличка Митя Вата. Свяжитесь с Нововасильевским райотделом. Видимо, происшедшая у них кража – дело его рук. Почерк похож. Слушаюсь. Нововасильевский, усекли, в чем дело? Так точно, товарищ подполковник. Что? Товарищи, все, кто у селекторов, прошу встать. Час назад в перестрелке с бандитом убит капитан Катин Иван Кузьмич. Света, Света, подожди, слышишь? Ну что? Прошу тебя, не ходи к нему, не встречайся почему? С ним. Объясни мне, почему? Прошу я тебя. Не понимаю, что ты против он него имеешь. Он старше тебя на 13 лет, у него нет образования. Есть, 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 есть. Ты сама видела диплом? Представь себе, видела. Почему же он не работает по специальности, а играет в ресторане? Мама, он любит, он обожает музыку. Я не понимаю, что здесь плохого, что человек работает в ресторане. Вот наш папа парикмахер, он же не стесняется своей работы, а напротив гордится ею. Света, я тебя очень прошу. Папа, объясни ей. Работать в ресторане – это не преступление, это такая же работа, как у всех. Меня не интересует, чем он занимается, но можно ли в 19 лет самой принимать серьезные решения, Светлана? Мама, я люблю его. А я запру тебя! Ах так! Тогда я совсем уйду! Вернись! Слышишь, вернись! Надя, родная, господи, люди смотрят, как тебе не стыдно!
Ну, успокойся, Надюша. Нельзя так вымаливать себе. Ничего страшного не случилось. Ну, влюбилась девчонка. Парень смазливый, вскружил ей голову. Пройдет это. Успокойся. Неудобно, люди смотрят, собираются. Подумать, не дай бог что. Успокойся. Замолчи. Если бы она родной тебе была, ты бы к ней так не относился. Тише. Нехорошо ты говоришь, Надя. Господи, что же делать? Как образумить? Тише, тише. Какие родная, слова найти? Иди. Пап, шнурок развязался. А, ну давай завяжу, подержи. Вот так, сейчас. Вот. Товарищ Миронов? Да. Простите, вы начальник уголовного розыска? Пап, тяжело. Ну, давай сюда. Признаться, я уже приходил к вам, но так и не решился побеспокоить вас. В чем дело? Мне необходимо с вами поговорить по сугубо личному вопросу. Пап, пойдем. Это очень сейчас, важно. Сейчас, сейчас пойдем. На. Вы приходите в управление. Мне бы не хотелось там показываться. Почему? Дело в том, что я уже бывал там. Правда, несколько в другом качестве. Как ваша фамилия? Мальцев. Мальцев, Мальцев. Парикмахер? А почему у вас борода? Ну, ладно. Иди пока погуляй. Только смотри, не балуйся. Славный мальчуган. Сколько ему? 6 лет. А у меня дочь Светлана. Хорошая девочка. В техникуме учится. Отличница. Саша, далеко не убегай. Ну, что там у вас? Парень у нее завелся. Полюбила его девчонка очень. Нет-нет, спасибо. А он старше ее. Видный такой. Всегда при деньгах. На мотоцикле с ним гоняет. А вечерами в ресторане пропадает. Он там в оркестре работает. И Света стала пропускать занятия. Не слушается нас. Дома каждый день сцены. Жена ночью не спит. Я ведь чего боюсь? Как бы не втянули дочку в дурную компанию. Ведь встречал я таких девчонок в колонии. Ну, вначале случайные встречи, рестораны, а потом... Я почему решился вас побеспокоить? Каждый день нам звонят по телефону. Один и тот же женский голос. Будет Светка встречаться с Олегом и с Ивечем. Угрожают. Вы поймите, я бы сам с ними справился, но возвращаться к прошлому... Нет, нет, нет. Сами ничего не предпринимайте. Как фамилия парня? Таранцев. Олег Таранцев. Осторожно, любовь, любовь. Осторожно, любовь, любовь. Осторожно, любовь. Осторожно. Нету такого дорожного знака. Путь для двоих не отмечен никак. На основных направлениях, однако, я предлагаю ввести этот знак. Осторожно, любовь, любовь. Осторожно, любовь, любовь. Осторожно, любовь. Осторожно. Сразу становится взрослым, может быть хрупким и тонким, как нить. Старшие знают, что очень непросто. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем обязан? Хочу поговорить с вами по вопросу весьма деликатному. Слушаю вас. Насчет Светланы Мальцевой. А что-нибудь случилось? Да нет, пока ничего не случилось, но после знакомства с вами Светлана стала плохо учиться. Грубит родителям. Вечерами пропадает здесь, в ресторане. Вы старше ее и понимаете, чем это может кончиться. Давайте не будем говорить о Светлане. Да я бы не говорил о ней, но кто-то звонит Мальцевым. Угрожает. Женский голос. Догадываюсь. Звонков и угроз больше не будет. И потом...
Как бы мне это вам объяснить? Светлана мне очень дорога. Очень. Ничего с ней плохого не случится. Даю вам слово. Я вам верю. Никогда бы не мог предположить, что у нас с вами может получиться такой разговор. Во всяком случае, у меня с вами. С начальником уголовного розыска. Странно. Поздравляю. Вы выиграли «Москвич». Это первый случай в нашем городе. Может, рентгеном проверите? Да-да, химией. Ну зачем? Я вижу глазами, ваш номер совпал. Глазами я и сам вижу. Вы рентгеном проверьте. Ну хорошо, посидите, пожалуйста. Они как-то странно себя ведут, Елизавета Григорьевна. Ну ладно, иди. В сберкассе на Большом бульваре предъявлен к оплате сомнительный лотерейный билет. Заведующие покажут вам предъявителей. Возьмите их под наблюдение. Все связи фиксируйте на пленку. Есть. Зачем же вы билет оставили в сберкассе? Мы же уговорились, что машину вы будете получать у себя дома. А мы передумали. Будем здесь получать. Нам в сберкассе квитанцию выдали. Такой у них порядок. Неделю будут проверять. Значит, фамилия твоя Солдатов? Николай Семенович. Николай Семенович. Где живешь? Там написано. И вообще... Вообще я вас не понимаю. Вы купили у меня билет, который выиграл москвича. Вам в сберкассе сказали, что выиграл? Сказали. А вы сомневаетесь? Вот охрану ко мне приставили. Зачем? А вдруг ты нас обманул? Граждане, посмотрите мне в глаза. Я похож на мошенника. На каком этаже живешь? На последнем. На каком? На девятом. Ну вот что. Верните мне билет, я дам ваши деньги и найду других покупателей. Поехали. Покажешь, где живешь. Ты говорил, что живешь на девятом, а здесь 5 этажей. Идем к тебе. Ко мне нельзя. У меня жена больная. Что вы делаете? Куда вы собираетесь звонить? Жулик, дом не настоящий, значит, паспорт липовый. Ой, не надо. Клянусь, как перед родной мамой. Билет настоящий. Чудесный москвич 412. Аферист, деньги отдавай. Зачем? Зачем? Зачем вы со мной так разговариваете? Thank you.
идиот! Идиот! Смерти моей хочешь? За что? Что я вам сделал, Роберт Аркадьевич? Ни сном, ни духом. Как вам это нравится? Он меня еще спрашивает, что он мне сделал. Болван с холодными ушами. Твоя работа? Да. Посмотри, что здесь написано. Полевая, дом 9, квартира 36. Прекрасный штамп. Неделю резал. Получился как настоящий. Если бы не моя выдержка, я был бы уже давно трупом. А мои несчастные дети – сиротами. Полевая, 9. Такого дома давно уже нет. Вы билет продали? Слушай, ты действительно олух царя небесного? Я едва от них вырвался. Мне попались не люди, а бандиты. Разбойники, берчисты. Кто? Газеты читать надо. Берчисты. Они билет сдали сберкассу. Какая работа впустую. Они не пойдут в милицию? Как они могут пойти в милицию, когда их там сразу же спросят? Граждане, где вы достали 15 тысяч? Ты что, думаешь, они получили наследство или нашли клад? Все, с лотерейными билетами завязываем. Совсем? Почему совсем? Временно. А как же я? Отдыхать. Лучше отдых временный, чем отдых длительный. Хоть это ты понимаешь? Понимаю. Лотерейный билет подлинный. Но номер и серия смыты, и на их место нанесены другие. Весьма квалифицированная работа. Она выполнена при помощи плоского клише. Преступников, я думаю, следует поискать среди граверов или цинкографов. Таранцев Олег Александрович поступил, окончил. Присвоена квалификация. Ну и что? Обыкновенный диплом? Нет. Евгений Игнатьевич, необыкновенный. Поддельный диплом. Липа, как говорится. Два раза поступал, оба раза провалился. А тут Светлана. Родители против, не хотят, чтобы был без высшего образования. А Светлана знает, что диплом поддельный? Да, я ей сказал все. Согласна ждать, пока... Что пока? Пока сидеть буду. Вы что, собрались в тюрьму? Евгений Игнатьевич, мне очень трудно было прийти к вам. Но с этим жить еще труднее. Так уж. В общем, решил, так сказать, снять груз с души. Так. Ну, а где вы взяли этот диплом? Купил по случаю. Сколько уплатили? Дорого. 800 рублей. А у кого купили? Я не знаю этого человека. Звать его Роберт Аркадьевич. Роберт Аркадьевич? Да. А кто вас с ним познакомил? Приятель мой. Заведующий секцией музыкального магазина. Скажите, Георгий Михайлович, зачем понадобилось вам, серьезному человеку, покупать у Сосина сразу два диплома – техникума и института? Кстати, сколько вы за них уплатили? По 1000 за каждый. Товарищ продавец, вас можно минуту? Я сейчас, простите. Только прошу учесть, никаких меркантильных соображений у меня не было. Я эти дипломы даже в отдел кадров не предъявлял. Я работаю здесь заведующим отделом, на хорошем счету. Грамоты имею. К чему мне диплом? Да, действительно, к чему? А с другой стороны, чем я хуже других? Значит, ради моды? Если хотите, пусть будет так. Какое у вас образование на самом деле? 8 классов. А что? К сожалению, мы не можем вас наказать, нет такого закона. Но ваше стремление получить то, на что вы не имеете никакого права, способствовало мошенникам.
Диплом изготовлен со знанием дела. Да. Спасибо. Евгений Игнатьевич, а чья это работа? Если бы я знал, чья. А вам что, нужен диплом? Пожалуй, я бы не отказался по сходной цене приобрести диплом доктора наук. Ну что ж, учтем вашу заявку. Трудно отличить такую подделку от настоящего диплома. Ну, как его проверишь? Ну, конечно, проверить подлинность диплома у всех невозможно. Да и не нужно. Нельзя оскорблять подозрением честных людей. Алексей Семенович. Потом, потом. Но ведь вы должны принимать на работу не документ, а человека. Но неучи попадаются и с настоящими дипломами. Именно об этом-то я и толкую. Если хотите знать по нравственному счету, неизвестно, кто больше виноват. Тот, кто подделывает дипломы, или тот, кто в работе с кадрами, простите, ушами хлопает. Открывайте, Сосин! Кто там? Из уголовного розыска. Открывайте, милиция! Почему в доме тишина? Что произошло? Саша наказан. Да, боюсь, нам скоро придется делать ремонт. Он там все обои оборвет. Ты напрасно иронизируешь, Женя. Он мог попасть под машину. Выехал на самокате на проезжую часть улицы. Да, надо что-то предпринять. Он совсем отбился от рук. Ты должен серьезно с ним поговорить. Ну, конечно, поговорю. А что в данном случае рекомендует педагогическая наука? Ремень. Ну, хорошо. Ты совершенно отбился от рук. Сколько раз можно повторять одно и то же? Вот сейчас я сниму ремень и научу тебя слушаться маму. Я больше не буду. Больно! Женя! Где и когда вы познакомились с Сосиным? В Сочи. Этим летом. Он гостил меня в ресторане ужином. И записал мой адрес. Ваша специальность? Цинкограф. Откуда у вас этот шрифт? Я взял его в типографии, где работал. Вы хотели сказать, украл? Нет, взял из отходов. Вы знали, что этот шрифт пойдет на изготовление фальшивых документов? Догадывался. Как же так получилось? Жили вы до сих пор честно, никаких аферок замешаны не были. И вот встретился вам мошенник, поманил пальцем, и вы пошли за ним. Мне нужны были деньги. Много. Чтобы жить так, как хочу. Сколько вы зарабатывали типографии? За год вместе с премиальными около 3000. Ну, это не так уж мало. А у Сосина я за неделю имел 6000. Никто не устоит перед этим, а? Никто. Это тезис спорный. Неужели вы не понимали, что вам придется отвечать перед законом? Это ваше последнее похождение. Оригинальная штучка. Сколько стоит? Неважно. Подпишите протокол. Гражданин начальник, я хочу сделать важнейшее заявление. Включите, пожалуйста, магнитофон. Даю настройку. Раз, два, три. Алло, алло. Можно без настройки.
Вспоминаю картину недавнего прошлого. Иду по улице. Вдруг вижу школа. Вхожу. Директору представляюсь, инспектор Горано. Директор бледнеет. И пока он готовит справку, которую я от него потребовал, в учительское надеваю лучшее пальто с каракулевым воротником, пыжиковую шапку и ухожу. И это происходит через день после моего освобождения. Почему, граждане следователи, это же какая-то достоевщина? Ну, хватит. Эту блистательную речь вы закончите в суде. Клянусь, я прекращаю свою преступную деятельность окончательно и бесповоротно. Вы опять не искренне, Сосин. Как перед родной мамой. Почему же вы тогда ничего не говорите о фальшивых дипломах? Садись. Человек приметами похожий разыскиваемого Хлопова ночевал Крюковца гражданки Панасюк. Крюковцы где это? В Карпатах. 42 ему было. А я его, может, только до 17 лет и видела. Искалечил он всю свою жизнь. Пьянство, воровство погубили его. Так зачем приходил этот человек от вашего сына? Вы не знаете. Мордатый этот? Нет. Сказал, что Митин дружок. И фамилии его тоже не знаете? Нет. Пашей зовут. Посмотрите, Евдокия Кирилловна, нет ли среди этих людей того самого Паши? Он? Вот. Скажите, Евдокия Кирилловна, этот Паша вас ни о чем не спрашивал? Нет. Припомните, пожалуйста. Нет. Разве что спросил, где у нас тут каменная креница. А так больше ни о чем не спрашивал. А ночью я не спала. Слышу, он в сенях возится. А утром посмотрела, скамейка, на которой у меня ведро с водой стоит, поломана. Только шкоду наделал. Вы разрешите, я возьму это с собой? Берите. А вот еще. Спасибо. Хлопов вооружен. В этой скамейке было спрятано оружие. Первое вещественное доказательство. Он одет в черное кожаное пальто, спрашивал, где каменная креница. Сейчас поедем на аэродром. Вызывай вертолет. Где-то здесь есть дорога через горы на каменную креницу. А вы что, альпинист, что ли? Ну, какой альпинист? На автобус опоздал. Мне бы на гору взобраться, до креста с распятием. А оттуда я дорогу знаю. Может, проводишь? Я заплачу. Ну что вы, я без денег провожу. Сейчас соберусь и пойдем. Витя меня зовут. Буровую вышку будем ставить. А пока я за сторожа. Вон туда нам.
склад и крест распятием. Проводить вас дальше до каменной криницы? Нет-нет, спасибо, Витя. Отсюда я дорогу знаю. Прощай. Ну, как хотите. Прощайте. Счастливо. Рад был познакомиться. Что там делали наверху? А тебе какое дело? Природа любовался. А в дупло зачем лазили? Вот оказывается какой. Клад искал. Ну, нашли? А ты что, чужие клады стережешь? Знаешь что, хлопец, давай с тобой расплачусь, как обещал, и разойдемся, как море корабли. А ну-ка покажите, что вы там взяли. Смотри. Передавайте координаты. Товарищи, не забывайте, преступник вооружен. Зенит, Зенит, я Черешня, прием. Преступник в квадрате 2619. 2619, вооружен. Направляйте туда оперативную группу. Как поняли, прием. Глупостей! Бросай оружие! Руки! Я пятый, слушаю вас, товарищ подполковник. Тарасовки кража. Из сельскохозяйственного техникума похищен денежный ящик со стипендией. Немедленно направляйтесь туда. Как поняли, прием. Вас понял. Перехитрили они нас. Метод тот же. Только зачем они таскают ящики? Могли бы вскрыть на месте. Боятся наследить. Так быстрее и проще. Увозят ящик на мотоцикле, а потом взламывают. Товарищ подполковник, ящик привезен на мотоцикле марки Иш-Юпитер 3. Точно? Проверено. Пусти меня.
Отпусти меня, слышишь? Ну, пожалуйста. Успокойся, успокойся. Успокойся. Зачем я тебе? Нас ничего не связывает. Неправда. Я люблю тебя. Люблю. Мы уедем. Все будет хорошо. Странно. Я никого не ждал. Маша, посмотри, кто там? Кто там? Откройте! Автоинспекция! Гражданин Лавров? Владимир Александрович? Да. Я из ГАИ, капитан Черненко. Необходимо осмотреть ваш мотоцикл. Где мотоцикл? Товарищ тоже из ГАИ? Нет, не из ГАИ. Угу. Так где же машина? Вообще-то должна быть в гараже, если опять не украли. Пойдемте в гараж. Света нет. Опять ошибка, Евгений Игнатьевич. На месте машина. Вижу. Мотоцикл и документы в управление. Есть. Какое вы имеете право? Сейчас не война личный транспорт мобилизовывать. Кто вы такой? Я из уголовного розыска, подполковник Миронов. Прошу в машину. Пожалуйста. Заводской номер двигателя спилен. Вместо него выбит другой. Но заводская штамповка оставляет в глубинах металла неизгладимый след. Мы восстановили уничтоженный номер. Спасибо. Спасибо, коллега. Ну вот, доказано то, что я предполагал. У Лаврова два мотоцикла под одним номером. Не понимаю. Не понимаешь? Два раза перед ограблением Лавров инсценировал угон мотоцикла. На случай провала у него есть готовое объяснение. Преступники угнали машину, совершили на ней кражу, а потом бросили. Так? Так. Но сколько же раз можно заявлять об угоне? И тогда Лавров приобретает второй мотоцикл. И заменяет на нем заводской номер другим. А? Хитро придумано. Во всех случаях провала есть оправдание. Один мотоцикл всегда в гараже. На другом совершается преступление. Усёк? Усёк. Кто же он, главарь или поставщик транспорта? Скоро узнаю. Может быть, и тем, и другим. Лавров работает в банке. Знает, кто и когда получает деньги. Понимаешь, какая возникает ситуация? Кажется, начинаю понимать. Изучая ваш образ жизни, мы кое-что узнали. Оказывается, жили вы довольно широко. Кавказ, Крым, Закарпатье, Прибалтика. Каждый год меняли места своего отдыха. В гостиницах не останавливались, нигде не прописывались. Снимали отдельные дачи. Посещали лучшие рестораны. Ездили только в такси. Это ничего не доказывает. Я бережлив. Весь год живу скромно. Во всем себе отказываю, чтобы хорошо отдохнуть. Допустим. Допустим, вы бережливый и скромный. И, конечно, из скромности умалчиваете о своей юридической подготовленности. В библиотеке на вашем абонементе записана почти вся современная литература по юриспруденции и криминалистике. Интересуюсь. Да, подготовились вы хорошо. Действовали осторожно. Ваших примет никто не знал. На преступления сами не ездили. Все делали чужими руками. Я правильно излагаю? Но даже белка и та срывается. Слышали такую поговорку? Мы располагаем рядом доказательств вашей преступной деятельности. Мотоцикл «Ежипетер-3», сообщник феноменальной физической силы. Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Нет. Ну вот что, Лавров,
Даю вам последнюю возможность самому признаться во всем. Я оставляю вас одного. Вот вам чистая бумага, ручка. Подумайте хорошенько. Долго я должна быть под вашей охраной? Вы не гостеприимны, Мария Георгиевна. Я у вас в гостях, а не вы у меня. Вот вернется ваш муж. Он мне не муж. Впрочем, вас это не касается, правда? Чаю хотите? С удовольствием. Снимите трубку и скажите, что Лавров моется в ванной. Попросите подождать. Алло. Да, слушаю. Владимир Александрович в ванной. Он просил подождать. Это он. Спрашивает, можно ли прийти. Да, пусть приходит. Да, приходите, вас ждут. Владимир Александрович вас ждет. Я могу идти, я больше не нужна. Да, спасибо, пока не нужны. Сегодня к 4 часам зайдете в управление в 41-ю комнату. А что со мной будет? Следствие разберется. Все зависит от вас. Написали? Так. Ну, тогда я вам кое-что покажу. Эти номера вам о чем-нибудь говорят? Почему вам пришло в голову проверить номер двигателя мотоцикла? Скажите, если не секрет. Ну, какой секрет? Когда мы узнали, что вы дважды заявляли об угоне мотоцикла, я подумал, что это роковое стечение обстоятельств или злой умысел. В эти же дни были похищены денежные ящики. Если Лавров преступник, его сообщники пойманы с поличным, то у Лаврова есть полное алиби. Он не задержан на месте преступления, у него угнан мотоцикл. Из преступника он превращается в жертву. Вчера после кражи мы вновь обнаружили следы мотоцикла и решили поехать к вам. И вы знаете, когда я увидел мотоцикл в гараже, это был для меня удар. Да, вы многое продумали. Действовали осторожно. Но не учли, что мы умеем просвечивать металл. Где спрятаны деньги? Не скажу. Думаете, еще воспользоваться ими? Кто знает. В колониях тоже долгожители попадаются. А я не так стар. Напрасная трата времени. Мне спешить некуда. Высшие меры мне не дадут. Не убивал, не насиловал. Не с места! Входите, входите, Вовченко, не стесняйтесь. Я вас со вчерашнего дня жду. А зачем ждете? Обыскать. Содержимое карманов на стол. Надеть наручники. Руки. Камера хранения речного вокзала? Что у вас там хранится? Ничего. На улице нашел. А деньги Лавров мы нашли и приобщили к вашему делу. Психологический трюк. Ну почему? Бумагу каждый может написать. Этот чемоданчик изъят из камеры хранения речного вокзала. Поверьте моему опыту, Лавров. Вы были обречены с самого начала. Хотя тщательно все продумали. Вы не предусмотрели самого главного.
что вокруг вас честные люди. В 14 часов доложите мне о краже в ломбарде. Думал, хоть сегодня отдохнем. Отдыхать на пенсии будем? Да, с вами доживешь до пенсии.